В Ненецком округе 8 родителей привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Еще трое за то, что их дети были пьяны. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Семья», проведенной сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Нарьян-Мара и Заполярного района. В рамках оперативно-профилактической операции были проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на учетах, а также те, кто попал в поле зрения полицейских впервые. Всего участниками рейда выявлено 9 детей до 7 лет, родители которых решили весело провести время в компании с алкоголем. Дети были доставлены в Ненецкую окружную больницу и помещены в детское отделение, как безнадзорные. В основном эти факты были выявлены в связи с тем, что их родители злоупотребляли спиртными напитками. Так, 19 апреля около 24 часов на Лаевожской дороге сотрудниками ГИБДД была остановлена машина, в которой находилось две пьяные женщины, и с ними в машине были трое несовершеннолетних детей. Возраст детей 3 года, 2 года и 9 месяцев. Тем же вечером в общественных местах без сопровождения взрослых выявлено 6 подростков, двое из которых находились в увеселительных заведениях. Подростки переданы под расписку родителям и законным представителям. Таким образом, к административной ответственности привлечено 8 родителей по статье за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Еще трое привлечены к ответственности за нахождение их детей в алкогольном опьянении. Мы должны понимать, что если сами вот эти семьи, находящиеся на учете у органов, значит, правопорядка, не задумаются над тем, что надо изменить жизнь к лучшему, конечно, очень сложно изменить что-то в жизни как самих родителей, так и их детей. Вот. А отсюда, конечно, зависит и будущее этих детишек, и будущее положение, социальное положение нашего региона, нашей страны в целом. Профилактические рейды обычно проходят внезапно и позволяют увидеть, как живут семьи, которые находятся в социально опасном положении. О том, что семья именно такая, комиссии по делам несовершеннолетних становится известно из разных источников. Что касается протоколов в отношении пьяных родителей, их количество по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось на 2. У нас ведь сообщают, не только мы выявляем в рейдах, у нас же и соседи сообщают зачастую, звонят в полицию и, соответственно, приезжают, проверяют, и действительно есть. У нас детские сады сообщают, у нас иногда родители приходят в состояние опьянения за детьми в детский сад, либо вообще не приходят. То есть случаи теперь стали фиксироваться, и от этого у нас такая картина получилась. По правонарушениям. Участники операции проводили профилактические беседы как с подростками, так и с родителями и законными представителями. В настоящее время в окружной полиции в отделе по делам несовершеннолетних состоит 25 семей и 101 несовершеннолетний. Работа, направленная на снижение уровня семейного неблагополучия и социального сиротства на территории округа, будет продолжена. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Антон Выдряков, телеканал «Север».